Вроде слышно был. Бир, вроде слышно был. Я тут. Или пойдем там тут по это воюем там есть. Да мы же поевать сейчас, я такой человека пригласил, чутка разомнусь и... А, ну давай. Круто, круто. Сейчас там Бир что-то сказал, вроде было слышно. Опять пропал. Сейчас вот экспериментировал с Биром летали на маяке всячески. Вообще не, нельзя на нем энергетить. Тут начинает получаться только если сразу щитки. Ну, в дуэли я не. Маленькие скорости, чисто на дуэлок, чисто на трактор. Ну як он своеобразный. Да и лавки своеобразные. Ну да, лавки просто своеобразные. Потому что я считай. На ней сейчас полетала. На лавке любой. Практически каждый правый вираж у нее. Если крен больше 30 градусов, у нас рэп идет. С левой педалью идет. Все, чтобы не было скольжения. Любой разворот, тем более этот. Тем более устоявшийся вираж идет, то есть противоположный педаль. Я вот сейчас на лак сел, начинаю вправо, ну, на схождение уходить боевым и даю левую педаль по противоположной, по привычке. То есть привыкаешь к самолетному геймфи. Ну вот лавка, лак мне нравится чем больше? Тем, что вот сейчас вывешиваешься, например, да? И он у меня, по крайней мере, предсказуемо переворачивается. Понятно. Ну да, а якорь он делает такую какую-то. А он, да, и вот его бабушка. Я не могу научить. Вернее, его можно тоже попридать. У меня не сразу получились ни лаги, ни лавки после, как тебе сказать... То есть я вывешиваюсь вверх, и потом через левый и правый бок, как бы через крыло, так раз-раз, как он правильно там называется, я не помню. Блин, забыл, как он называется. Я в этом смотрел, читал в РЛЭ.
что он такой есть, как он выполняется, попробовал. Ну, минут 30, школу, наверное, убил. Получается, разворот на горке, я не знаю. Ну да, типа того, вот когда ты вверх выпрыгиваешь, ну, да. И через крыло, я понял. И разница. Через крыло, вот. У меня вот на лаге-лавке это получается. А на яке нифига не могу. Меня просто берет. Но там просто он педали сильнее боится. В плане неправильной их работы. Вы на какой точке дуэлитесь? G1, G2. Так, сейчас меня слышно? О, да. Слышно. Хорошо. Да, у меня там это такая гнущаяся фигулька, и она торжественная. Там где-то внутри провод. Навернулся. Сейчас мял-мял, его вроде намял. Че, лаги? Да, давай на лаг. Давай, D1, лаг. Готов. Как D1 у тебя, да? Да. Ну эти, обычные лаги, да? А че, какие еще есть? Какие, ну, в смысле, без вяжек. А, ну давай без вяжек. Так дольше получится. Я, кстати, раньше не спрашивал даже, с вяжками, брал вяжку, питал. Я не знал, что ты принципиально, то есть, как бы, ну, кстати, вяжка, по идее, она тяжелее, она была так. Да, и... Блин, что-то не туда закатился, сейчас, секунду. То есть, она дает преимущество в огневой мощи, но при этом пилотаж, да, посрывастей. Я уже забыл, как на лаге летать вообще. Это пипец после якобы. Да? Ага. Даже после лавки он такой медленный. Как, реально как утюг. То есть я вот так, если в бою с мессерами, я вообще не представляю. На нем толком не перевернуться, не в пикирование бежать. Чисто бунзу. Даже загнать проще. Ну да, если вот чисто так вот на... догонах с вяжечки. Подставился. Ух, это было полтора. Опять на полных закрылках, что ли, летаешь? 30. Лайк, ты что ли горишь? Это? Ну не знаю, я сразу до 50 до 60% когда-то закрываю. Я тоже. Я вот забываю потом только открывать.
А его и не надо, в принципе, открывать. Быстрее убьешь, чем он закипит. Ну да, ну всякие. Вот у меня на этих, на лагах особенно разные дуэли бывают. Бывало и топливо кончалось с этим, с барсом. 81-й, который раф. Крутились. Блин, что ж это болтает-то? Блин, ждал. Угу. Попасть. Ожидаем. Ух ты. Выйдешь, когда выйдешь. А у меня что-то прям круто сильно дубанул, по мне попал, что ли, еще раз потом? Попал, но. То я думаю, что не так сильно перекосило. Сколько закрылки боевой режим у Влада 15?
Блять, да что ж его сваливает? Сейчас вовремя свалило. Ну толку ты сейчас попадешь сюда. Наверное, 10 боевые, 20 взлет. А, единственное, по техночату, я не знаю сколько. Они же все, всего на 60 выпускаются. А техночат на 99. У меня сквозит фоточка. Пробил? Да ты меня всего пробил. Я жму вправо, он влево крутится. О, у меня движок сейчас там все встал. Да уж, Владимир. Поехали. Непонятно, то ли на нем можно ручку тянуть, то лучше вообще не стоит. Аккуратно, я очень аккуратно тяну. Мечтайчика. Да, еле успел вернуться. Блин, даже только туда поворот не могу перевернуться. Все время кидает в другую сторону. Порчик попадаешь, а трясет так, как будто сильно крыло продавил у нас. Что-то отвалились. На этом хорошую очередь сейчас вложу. Или затопанул. Чуть не стрелял. Тут, наверное, да, не попал. Ну, блять, это на самый 100% открываешь, вот как по маслу, блядь. Там медленно маслится. Блин, никак не могу тебя поймать прицел. Похуй, поймал. Нет, опять ты пошел. Ай, блин, поймал.
А мне все равно похер, я лечу. Ну, у тебя радиатор. Вот радиатор. Да, понятно. Не-не-не. О, что-то с цинком зинкнул. Видать, куда-то попал. Ой, у меня руля направления что-то нет. У тебя один отлетел. Одним летаешь. Не надо. Он проходики. Похуй. Еще что-то сломалось. Летит еще. Главное закрылся не закрывать, это я уже понял. Ну, подставься. Ой, еще что-то. Слушай, ну мне надо тебя победить хоть раз-то. А вот что, маяк порвался. Маяк, это не в счет. Я уже чувствую, что не в счет. Оп, а чё ж ты АУ стрелял? Полез, сейчас сорвешься. Я уже 20 раз сорвался. Не попадешь. Не попадешь. Не попадешь. Хоть нормально долучишь, но... Эх, чуть-чуть. Нет, все-таки 30 это максимум, который надо открывать. Покрутишься сам, по-моему. Нормально. Все хорошо, ты не битый.
Что ли, косует как-то?